Оскорбления в адрес пророка Мухаммада, мир ему, недопустимы. Их нельзя рассматривать в качестве проявления свободы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Оскорбления в адрес пророка Мухаммада – это что такое? Это свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам. Президент отметил, что оскорбление чувств верующих вызывает еще более острые и экстремистские проявления, приведя в качестве примера расправу над редакцией антиисламского журнала в Париже. Также Путин напомнил журналистам, что не следует злоупотреблять свободой слова. Свобода, она должна быть внутри и должна проистекать от уважения ко всем, которых касаются такие или иные действия. Путин также напомнил, что Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором привыкли в основе своей относиться с уважением к интересам и традициям друг друга.